Привет, все мои зрители. Меня, наверное, сегодня потянуло очень снимать видео. Итак, начну я. Это мое видео о моей косметичке, чтобы вы мне не ставили такой уже запросик. Я знаю, что очень много запросов ставят, что находится в твоей повседневной косметичке. Простите, запинаюсь, потому что давно уже не говорила по-русски, потому что я же в Португалии. А с моими родителями я говорю по-украински, потому что я с Украины. Итак, косметичка у меня вот такая, в стиле такого, как это сказать, китайского стиля. Но эта косметичка всегда дома. И я не пользуюсь всеми продуктами за один день, которые находятся здесь. Как вы видите, она полна. И здесь еще не хватает двух блесков. Итак, начну я с моего тонального крема. У меня один и у мамы второй. У нас одинаковый, но просто мы решили уже не использовать два тех же самых тональных крема, но и купили такой. Этот крем очень подходит моему лицу. 14, кажется, номер, не знаю. Здесь 30 мл. Это крем от Maybelline New York. New Effiton Perfecting and Protecting Foundation with Vitamin A. Perfect Natural Face, Tone Hydrates and Protect. Кажется, правильно прочитала, не знаю, но этот тональный крем просто вау. Это правда, что здесь говорит, что это A Perfect Naturally and Healthy Face Tone. Это правда. Ну, я просто без ума от этого вот тонального крема. Купила я его первый раз и буду продолжать покупать. Вот такой вот там цвет, чтобы вы не сомневались, что я вам там что-то говорю, что это не мой цвет. Да, это мой тональный крем, и это мой цвет, потому что моя мама чуть-чуть темнее меня. Ну, темнее, у нее кожа темнее уже. Чуть-чуть. Потом у меня идут тени. Лично мои. Вот, сейчас я вам скажу. Вот это вот лично мое, это моей мамы, потому что это, я такие тени ненавижу. Это ужасные тени, но купила я их только ради вот этих вот, ух, трех цветов. Итак, сейчас я вам делаю. Вот. Сделала я вам три таких, можно сказать, сводчика. Просто офигительные тени. Вот сейчас я вам так проведу один раз. Ну вот, вам очень, мне кажется, хорошо видно, где какой цвет и как он на теле. Скажу, убирается не очень легко. Ну, хорошие. И кисточка у них такая, как... Ой. Как говорит Катя Клэп, из жопы белки. Простите, но это так. Она очень мягкая, но такие... Я не фанат таких... Фу! Я не фанат таких кисточек. Потому и она лежит здесь, пылится, как вы уже заметили, мне кажется. Дальше. У меня есть вот такая вот тушь, в которой я просто разочаровалась. Наверное, я сделаю про нее, ну, про мои разочарования в январе. Ну, просто, наверное, разочарование. И она там по-любому будет, потому что это все так хорошо говорили про нее на Ютубе. Но оказалось, что это просто ужасная тушь. Покажу я вам ее марку. Это Maybelline New York The Colossal Volume Express Mascara. Здесь 10,7 мл. Кисточка у нее хорошая, так можно сказать. Вот такая вот. Фокус. Вот. У меня очень большие ресницы. У фокуса не будет. Мне так кажется, но ресницы у меня довольно большие. Так что я думаю, что это подойдет. Это просто ужасно. Да. Потом я купила себе на замену это, я попросила моей мамы, потому что эту я, наверное, всего лишь я отдам ей, потому что у нее маленькие нормальные ресницы. А у меня такие, как у папы. Потом она мне купила вот такую вот тушь от Oriflame Beauty. Прочитаю здесь, но уже по-русски вот написано. Импортер ООО Oriflame Cosmetics Россия, Москва, улица Усачева, дом 37.
годен до X. Смотрите на упаковке, изготовлена по заказу Oriflame Cosmetics, компания Oriflame. Продукт Poland, улица Бахатеров, Варшавы, 2 Варшавы. Ну, короче, сделано это в Польше. Потом я, наверное, я сначала так начала, вот, открыла ее, говорю, мама, это, наверное, тоже какое-то говно, но начала пользоваться, и эта тушь просто класс, я обожаю эту тушь, я в нее влюбилась, и по-любому я вам обещаю, что я куплю такую же самую сейчас. Вот, когда у меня вот это вот закончилось, она почти заканчивается, вот здесь такой розовенький, ага, и... Сейчас вот, наверное, вам не будет видно. No, вам не видно. Дальше. У меня идет вот такая вот подводка, потому что люблю очень подводки, карандаши всякие. Ну вот, вот взяла вот я эту тушь, принесла домой подводочку. Думала, о, как классно, вот это вот все такое полное, так классно. Открываю. Что я вижу? Это всего лишь кисточка. А вот этот вот моя подводочка. Это первый нюанс, который меня просто ужасно убил. Это гелевая подводка. А другое, то, что она ужасно ложится на ваши века, размазывается, не сохнет. Ну, не сохнет, сохнет, а не быстро очень подсыхает. И потом, когда вы так вот делаете, оно там все размазывается и потом не стирается. Это просто ужасная подводка. Это Black, вот Black Noir. Вот Black. Это тоже от Maybelline Liner Express. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом у меня идут тени. Тени я очень люблю. Это салатовые, зеленые и коричневые. Долго я про них рассказывать не буду. Это первый номер. И это от фирмы Lovebirds. Следующие тени, которые у меня идут, это вот тени от Mary Lynn's. Единственная такая косметика от Mary Lynn's, которая мне понравилась. Это второй номер. Опа. И вот сейчас я вам сделаю сводчик, если вам интересно. Это очень нежные тени. Вот. О, фокус. Это супер. Ой, нежные тени. Они мне очень нравятся. Сводчик вам тоже сделаю. Оп, сейчас. Ну, вам, наверное, не видно, потому что так как эти тени очень и очень такие тусклые, так можно сказать. Потом у меня идет зеркальце. Потом у меня вот идет вот эта вот подводка, которая тоже мне нравится, нормальная. Идет у меня помада. Когда это я была меньше и попросила меня маму вот помаду от Golden Rose, это 75 номер. Попросила я у нее. Нет, это не у мамы, попросила я ее у моей тети. И принесла, попросила я ее у нее какую-то такую красную или розовую. Принесла она мне коричневую. Не знаю почему, но нею пользуется моя мама. И эта помада мне просто бэ. Сейчас я вам даже сделаю на нее сводч, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, что это не так, что это не коричневая, это какая-то бежевая. Вот, это коричневый цвет. Вот сама помада, где-то там, вот ты здесь. Вот. Но пахнет она очень и очень хорошо. Коробочка у нее просто замечательная. Вот, не знала, что вот... Такие вот маленькие помадки существуют. Поломалась у меня эта помада, кстати. Ну, можно хоть куда-то ее, так сказать, поносить. И еще у меня мой такой подводочный карандаш. Еще у меня есть вот такой вот подводочный карандаш от Oriflame, но им я не пользуюсь, уже надоел. Еще у меня есть пробничек тонального крема, который я тоже почти запользую. И щипчики для бров. Потом у меня идут мой блеск от L'Oréal Paris. Мой лично.
сводчики я вам уже сделала в моем видео про средства для губ. И еще вот такой вот у меня там лежит в косметичке. Свити. Кажется, так. Свити, да. Сфокусировалась, не сфокусировалась, не знаю. Вот, да, сфокусировалась. Итак, это было мое видео про косметичку. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, ну или вниз, как вам захочется. Я вас всех очень люблю. Спасибо за просмотр и бай!